На территории Тверской области продолжаются работы по санитарной обработке мест массового скопления людей. На этой неделе сотрудники регионального управления МЧС продезинфицировали объекты здравоохранения и прилегающие к ним территории. Подробности в нашем следующем сюжете. Поделившись на несколько групп, спасатели обрабатывают медицинские корпуса, служебные помещения, входные группы, лифты и лестничные марши, а также места общего пользования, подъезды для спецтранспорта, поручни и перила. На этот раз тотальной дезинфекции подверглась первая городская больница Твери. Работы по дезинфекции выполняются в специальной экипировке, поясняют в МЧС России, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. В работе сотрудники регионального ведомства использовали мобильный комплекс, распыляющий специальный раствор. При дезинфекции используется безвредное для животных и людей средство под названием аламинол. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, по завершению работы проведена также дезинфекция задействованной техники, оборудования и боевой одежды личного состава.